Есть Европа, а есть Азия. В некоторых чертах Азия мне ближе. Взять, к примеру, отношение к небольшому бизнесу и покупателям. Там, в отличие от нас, с небольших предпринимателей деньги не берут. И торговые центры такими и остаются. Магнитогорск – это город в торговых центрах. Вы все это дело прекрасно понимаете. Но по сути событий, если вот я езжу по другим странам и заезжаю в Анталию, я скажу, что Анталия – город торговых центров. Там торговые центры везде, и все первые этажи – это, естественно, места, где вы можете себе что-то купить. Но при этом надо понимать разницу. В Магнитогорске торговый центр для чего созданы? Для того, чтобы деньги на вас заработать. Ну и на бизнесменов в том числе. Оптимальный результат. Торговый центр берется в кредит. Ну и строится. Вот такая штука может построиться. Вот там. Понятное дело. Вот. И чем быстрее они это дело отработают, тем для них будет вкуснее. А дальше суперприбыль. Забавная штука. И не каждый может вам дать возможность в этом торговом центре поработать нормально. То бишь, о чем мы говорим? Что везде и всюду идет замечательная штука под названием аренда. То есть средненький, небольшой такой участочек, где вы можете что-то сделать для себя лично, стоить будет 50 тысяч рублей. Понятное дело, что за аренду вы не платите. За аренду вы платите, господа мои, покупатели. То есть понятно, что понемножечку, но все это дело чуть-чуть приподнимает сумму вашего товара. Вам это надо? По-моему, этого не надо. Вообще, как бы делается следующим образом. Может быть, кто-то поймет, может, кто-то не поймет. Вот единственный нормальный, грамотный торговый центр, да? Который построен на свои деньги. Вот. В нормальном, грамотном торговом центре, как это сделано, допустим, в Таиланде, есть определенные места, которые стоят дорого. Это для сетевиков. Понятно, да? Вот. Но в отличие от тамошних сетевиков, которые мы покупаем, допустим, мы о чем сегодня говорим? Мы говорим сегодня о товарах для детей. То есть, ну, детская одежда, понимаете? Вот. Тамошние сетевики LC Waikiki, ну, вы наверняка про это дело слышали. Так вот, они, по идее, делают все гораздо дешевле. То есть, если вы что-то можете найти, то дешевле, чем в LC Waikiki. В LC Waikiki в Турции вы нигде ничего не найдете. Понятно? Это для тех, кто ездит в Турцию. Вот. Для других, в Таиланде, например, да, мы также заходили, но, к сожалению, это вообще не Таиланд. Понятно, да? Когда в Бангкоке мы заходили, извините, там 8 этажей вверх, 2 вниз, 3 даже вниз, и все это очень круто. Но и там есть определенное место, где за вас деньги не берут. То есть люди просто снимают, платят небольшую сумму и продают все это вам. Но здесь такого нет. И по сути и здесь, и там, и тут, и сям все абсолютно задорого. Поэтому вам предлагаем поехать за товарами для детей не в эти дивные торговые центры, где вы будете платить. Мы вам предлагаем съездить все-таки в Ленинский район. Центральное место, практически проспект Ленина, проспект Металлургов, 18, и посмотреть, какой там замечательный товар. То есть понятен результат. Вы тратите деньги за аренду. Аренда берется с вас, уважаемые покупатели. Но, слава богу, кризис и другие цены не вменяют энную сумму, и, по сути, вы платите меньше. Взять, к примеру, Шкода Мода. Пинетки. Пинеточки, понимаете? И мы начнем с пинеток. По одной простой причине. Посмотрите, какие замечательные пинетки. Versace и Adidas. Сколько стоит? Бешеный день? Да нет, 450 рублей. Теперь мы говорим про зиму. Вот. Зима, опять же. Как зиму мы встречаем? Настоящая кожа и настоящий мех. И что это такое? Это называется уги. Уги, сделанные в Австралии. Так сколько же эти уги здесь-то стоят? Ну сколько? Бешеный денег? Да нет, 550 рублей. Вот такая здесь замечательная и низкая цена. А теперь простите, и даже я не могу оторваться. И теперь вы поймете и цены, и наличие товара для ваших малюток. Да по одной простой причине. Я бы, наверное, понял, но очень хочется, чтобы мой ребенок, как и другие, одевались стильно и качественно. Кстати, стиль и качество – и это главное. Да, понятен результат. Ну, все это максимум на 2 года. А как иначе? Ну, а затем – подарки. И подумайте, с каким удовольствием вы все это подарите. Как оно? Теперь то, что нужно. По сути событий, вам нет необходимости никуда ехать. Сейчас я объясню.
Поездка в Китай, и это 150 тысяч рублей. И там вы думаете купить дешевле? Да бросьте вы, года-то какие. Есть ведь и интернет. И по сути событий, лучшие товары здесь, по той самой недорогой цене. А какое качество, ну вы посмотрите. То, чем я занимался, было круто, но и это стоило денег. То, что сейчас есть в Шкоде моде, вот это супер. Как супер и цена. Вы все это покупаете в разы дешевле торговых центров и на несколько порядков того, что типа в самых крутых. Когда мы говорим о одежде вашего ребенка, пункт номер один. Во-первых, одежда вашего ребенка должна быть очень качественной и ноской. Пункт номер два. Она должна возбуждать вашего ребенка, и он должен понимать, что это очень клево. В-третьих, она не должна стоить дорого. Когда я сюда пришел, я убедился, что здесь работают нормальные люди. И они прекрасно это дело понимают. Теперь возникает вопрос, тот самый вопрос аренды. Помните, я в начале сюжета про это говорил? То есть вы здесь ни за что не переплачиваете. То есть берете спокойненько обувочку, да? По весьма недорогой цене. И разница с тем, что вы смотрели в торговых центрах, будет как минимум там 500 рублей. Это обувь. То же самое ботинки. И брюки. А, брюки вот самое интересное. Здесь брюки, ну не так, чтобы сильно дорого-то и стоят. То есть можно за 900 купить, можно за 1100. Если все это будете в других торговых центрах, сразу присутите 300 рублей. Теперь самое забавное, это куртки, кофты и все остальное. Вот там вам надо понять, что везде, где вы что-то покупаете, вы платите дополнительные деньги. А теперь, в связи с тем, что вы своему ребенку вот в данном конкретном возрасте выдаете конкретную сумму, ну, допустим, 10 тысяч рублей, да? Можно понять, что на эту сумму здесь покупается гораздо больше всего и качество, и результат. Почему мы вам это демонстрируем здесь? Ну, просто мы живем в Ленинском районе. И вы знаете, как-то не сильно хотелось завести наших детишек на зеленый лог 30. И опять правило. Ищем, где подешевле, и не напрягаем вас. Хотя то, что я вам показываю, круче и по сути-то выгоднее. То бишь вы же не тратите на ребенка 1000. Вам надо его собрать, к примеру, на зиму. Вот только в Шкоде моде вы купите на 2-3 вещи больше, чем в торговых центрах, и на 10 порядков больше, чем в типа крутых. Вы, кстати, поняли, да? Как вы здесь покупаете? Кстати, это не обязательно металлурга 18. Вот. Сеть увеличилась. И вы можете не ехать сюда. На металлурга 18. Можно и на зеленый лог 30. Все то же самое там и есть. Теперь мы говорим о количестве. Вот это то самое количество, может быть даже еще и больше, которое вы бы купили в других торговых центрах. Но зачем переплачивать? Я это не понимаю. Зачем платить? Я, ну как бы мне сказать. Слово аренда, вот она меня и бесит, понимаете? А здесь не бесит. Потому что цена ниже, в разы. Все то же самое, только больше. Цена вот этого комплекта, это не 10 тысяч рублей, это всего 7,5 тысяч рублей. То есть вам еще дается дополнительный эффект. Кстати, если вы хотите все-таки что-то подарить ребенку или еще кому-то, и не понимаете, что делать, везде здесь есть подарочные сертификаты. От 300 тысяч рублей, от 300 рублей до 2000 рублей. То бишь, подарили, а потом вместе с мамой. А вы что-то можете купить для другого ребенка. А теперь самое забавное. Все это пригодится вашим детям. По сути, возьмите их сюда, и ботинки, и уги будут в норме. И штаны, и кофточки, и пижамы, и пуховички. По сути, вы посмотрите, как это им нравится. И приходите в Шкоду Моду только вместе с детьми. Потому что это и есть ваша радость. Добавить вашему ребенку истинное удовольствие. Я очень много прошелся. Я в действительности здесь очень сильно устал. Потому как снимать детей, это вообще круче только снимать животных. Там пленка улетает километрами. Вот. Мало того, с теми людьми, с которыми я разговаривал, у них какие-то тараканы в голове странные были. Почему я не могу людям показывать? Ну, не хотите, не буду я вас показывать, сами сидите. Мы заехали сюда и посмотрели. Отличные результаты, замечательные цены. При этом, даже глядя на то, какие здесь цены, и посмотрев цены у других, мы можем сказать, что честно, ехать надо только сюда.
Потому что, ну, другие места существуют, да? Но того качества, того, тот уровень товара вы такого не найдете. А ради прикола вы зайдите, посмотрите цены здесь и цены в другом месте. Он тут рядышком находится, ну так, чтобы было понятно, да? Так вот, цены здесь в 10 раз ниже, чем там. И, мягко говоря, на 200-300 рублей дешевле, чем где-то вообще в городе. То есть понятен результат. Вы приходите сюда, вы даете либо своей супруге, либо себе денежки и покупаете то, в чем ваш ребенок будет ходить в школу и показывать, что он в действительности крут. Ну и что понятно, куда приехать? Проспект Металлургов, 18. Вот рядышком мой замечательный горно-металлургический институт, университет теперь. Ну теперь у нас один университет в городе, дойти до него, ну сколько, метров 300? Вот, напротив, ну вы понимаете, где это находится, да? Если честно, то, по-моему, вот здесь раньше находился этот контакт, помните? По-моему, это то самое место и было. Здесь в свое время видеомагнитофоны продавались. Вот, еще там все остальное, то, что, ну, было в магнитке, но нигде не было. И второе место, Зеленый Лог 30. Это вот для тех, кто живет в другом месте. Ну, в Орджоникидзевском районе, туда приезжайте, все это дело посмотрите. И поверьте мне, купить стоит, потому что это то, что вам прописал доктор. Доктор, хозяева этой замечательной Шкода моды.